Инновационный подход к строительству, использование высоких технологий в презентации объектов, выгодные предложения и, конечно же, здоровая конкуренция. Краснодарцы и гости города сегодня оценили разнообразие рынка недвижимости. В краевом центре стартовала вторая специализированная выставка «Ярмарка жилья». Свои услуги посетителям представили более сотни компаний. Городская и загородная недвижимость, жилье в крае и за рубежом, различные ипотечные программы, ассортимент предложений широк, и главное – сделать правильный выбор. Времени на раздумье у посетителей и участников ярмарки более чем достаточно. Выставка продолжит свою работу до 1 июня включительно. Мероприятие актуальное, так как Краснодарский край, город Краснодар, мы знаем, является одним из наиболее инвестиционно привлекательных регионов, городов Российской Федерации. Край много лет занимает одни из лидирующих позиций по темпам жилищного строительства, занимая второе место уверенно после Московской области. А по итогам первого квартала текущего года мы стали абсолютными лидерами в Российской Федерации. Это первое место. Организатором выставки выступила региональная общественная правозащитная организация «Законное жилье». Все компании, представляющие свои услуги на этом мероприятии, работают исключительно в рамках действующего законодательства. Как преуспеть, не нарушив закон, участники ярмарки говорили на специальной конференции. Тематика диалога была заявлена в самом названии. Как застройщику остаться законопослушным?